Спасибо. Спасибо вам огромное. Наш ансамбль «Медина» объездил очень много арабских стран. Мы были в Тунисе, в Марокко, в Саудовской Аравии, в Иране, в Иордании, в Турции, но не перечислить. И нас там нет другого жанра, как духовные песнопения, татарские, по-татарски мы называем их мунаджатами. И они принимают их как такой развлекательный, очень душевно с нами вместе, и они аплодируют и подпевают нам. Мы вам тоже предлагаем не стесняться, улыбаться и вместе с нами петь эти замечательные мунаджаты, нашиды и духовные песнопения, как мы их называем уже на русском языке. Эссаляту. Перевод Назифы Каримовой. Татарский текст. Наши
духовное песнопение и часто выступаем на православных праздниках, на иудейских. Нас приглашают с нашей мусульманской культурой. И Иосиф Давыдович Кобзон называет нас мусульманским хором. И сейчас мы хотим исполнить произведение, называется оно «Бисмилля». Но прежде микрофон у нас работает? Один. Вот эти другой. Сделайте этот. Мишлен. Ну, вы можете спеть без микрофонов. Давайте. На земле со времен Мухаммада этих слов не смолкает триада, как живое сияние над ним. Помню близким моим и родным, войны и горя досталось немало, только бабушка все повторяла. И до ныне молитвой храним средь толпы и в пути одиноком, восклицающий вслед за пророком. Бисмилля вирахмен ирахим, бисмилля вирахмен ирахим. Бисмилля-рахман-рахим означает «во имя Всевышнего, милостивого и милосердного». На многих концертах православных к нам подходят и говорят: «А мы выучили». И действительно, это такое хорошее выражение. Перед началом каждого дела любой человек обращается в любой религии к Всевышнему. Ну, мы продолжим. Микрофон у нас заработал? Нет. Мы сейчас... посмотрите, вас давно прошу, подойдите сюда и посмотрите. А я пока расскажу, как мы исполняем, сколько у нас будет праздник в месяц Рамадан. Но поскольку мы не сможем приехать к вам сюда, то заранее хотим всем пожелать здоровья, удачи во всем.
И считайте, что праздник уже в Розаобаре, мы будем вместе с вами, Лавриса, и как будто бы мы исполняем этот праздник песню, но сегодня мы ее так и исполним. Написала ее слова Назифа Каримова, музыку пишу я к нашим песням. Называется она «Ураза Байрам Шулай». Ну, давайте вместе. Вы нам включите пока, Илья. «Ураза Байрам». Там можно микрофон шнуровой взять, он тоже на работе. Давайте. А вы нам включите, пожалуйста, уже. Начинаем. Один. Это уже была, мы успели. Спасибо. Эй, Дэвид, перегаляем. Чуть-чуть побольше звука дайте нам. Слова башкирской поэтессы Дили Булгаковой. Альхамдулилля. Слава Богу.
Совсем недавно был объявлен конкурс на песню о Московской области, и мы тоже принимали в нем участие. Слова написал нам наш тоже земляк Афетулла Кучушев, а музыку сами. Называется она «Песня о Московской области». Вы нам можете подпевать.
Спасибо, спасибо огромное. Рахмет. А сейчас в Московской области очень много талантливых людей, и в этом замечательном Дворце культуры есть тоже свой коллектив «Татар Магнаре» и одна из солисток Файжузя Каримулина сейчас выступит со своей песней. Ваши аплодисменты! Ферузя!
Агазер Павшалагас, татар мунары Теркеменен жерчесы, лауреат международных конкурсов Нуржихан Симаева. Татьяна и Ольга Игнатовы. Называется она «Прифронтовой вальсок».
вместе с нами победу встречал. Люди, давайте петь, танцевать, праздник победы вместе встречать. Люди, давайте петь, танцевать, тех, кто с войны не пришел, вспоминать. Ряды орденов, и отвечает майский денек, праздник победы с нами вальсом, и отвечает майский денек, праздник победы любимый вальсом. Экран не работает. Вот в этой песне мы хотели показать вам в родовом вальске «Бессмертный полк», как наши москвичи, вот наши участники ансамбля, Роза, которая сидит впереди, она организовывала все фотографии, все съемки наших отцов, наших дедов. Вот были фотографии. А сейчас здесь должна быть, ну представьте себе, наш герой, заслуженный летчик России Ильдус Керамов, он живет в Жуковском, вот он показывает свои боевые вылеты. А мы написали с ним песню. Называется она «Аэроплан», стихи Назиха Каримовна, я музыку, а идея была Ильдуса Керамова. Ну, хоть песня о любви, но о любви к нашим героям. «Аэроплан». Yeah.
Мы исполняли много песен, и одну из них я хочу вместе с вами спеть. Я Кара Алекузелян. Представим, что Марат здесь поет вместе с нами. Ну, вместе с нами поет, он передавал вам привет огромный, Подольском. Я Кара Алекузелян, Элегис Бергалян. Сөзлеріне яздым, сөзінің ішін. Сізге бағышылап, сізнің ішін.
Субтитры сделал DimaTorzok.
сізге. Алқашларымыз сізге, сізге. Рахмет. Шушы жер, мен аны яздым. Диля Булгакованың сөзлеріне шәліп аталады. Рахмет яусын. Сізге рахмет. Сағынып
яшли два күңілді ұздады. Язуларды, жәйлерді біз бірге, біз бірге, біз бірге күрқытмай, күшларда күрқытмай. Яшли бар, яшли бар күңілді. Яшли бар күңілді. Ушларда сүрбірімі ешіміз дұшманға. Бізінім болса да нұрыз біз, ағырлық келсе де дейміз біз. Дүзі біз, бұзі біз, бұл кеніме сен ғымыр ұзады. Тұрмашлы қадерін бізді біз. Ұзарда языларды жәйлерді біз бірге, біз бірге, біз бірге құрғатмай. Күршыларда құрғатмай. Яшлік бар, яшлік бар. Достар, қазір менің ең яратқан жерім, мен ана Нариман Камаловның сөздеріне яздым. Әнкей, мамочка. Сусы он кем, как лук.
Yanarıma,
концертымызды тәмамлейміз. Тотарда шындай поговорка бар. Бір көрешу өзі бір ғымыр. Перевод это означает «одна встреча» — это целая жизнь. Вот так же и сегодня мы вас благодарим от всей души, поздравляем с нашим праздником, потому что мы очень рады, что мы побывали в замечательном городе Подольске. Спасибо организаторам, спасибо, кто нам так вкусно пироги пек, Лиза. Спасибо, кто нас встречал, кто помогал в организации этих концертов. Рахмет сизге. Бер куришу, усен бер гумер. Этак звергалят. Ансамбль «Медина». Альфия Юсупова, Нурия Мухамеджанова, Зайнаб Сулейманова, Кызлар Татарманы, Курна Ансамбль Дэн. Айдагыз, бір көрешу, усе бір көмір. Охраны, наши диски продаются, 200 рублей стоимости. Я сейчас останусь, кому нужно подписать, я подпишу. Вот с этой стороны. Рахмет, сау болыңыз, хош келдіңіз.